Брестский роддом – это место, где каждый день появляются на свет детки со всей области. Это событие становится безграничным счастьем на всю жизнь для их родителей. Но что предшествует таинству рождения, знают только мама и врачи, которые каждую секунду находятся рядом с роженицей. Сегодня более 80% родов проходят путем кесарево сечения. А это значит, что без врачей-анестезиологов в этом ювелирном деле не обойтись. У нас в родильном доме работает 13 анестезиологов, которые оказывают медицинскую помощь женщинам, и 6 анестезиологов, реаниматологов, которые непосредственно работают с детьми. Это специалисты у нас в роддоме уникальные, потому что они трудятся и в операционных блоках, и в отделениях реанимации, и помимо этого еще и работают в родильных залах, оказывают анестезиологическое пособие в родах. Тем они и уникальны, и отличаются от других анестезиологов, реаниматологов, которые трудятся в других учреждениях здравоохранения. И уникальны эти врачи не только в своих профессиональных навыках. Сергей Доропиевич, заведующий отделением анестезиологии Брестского роддома, пришел в эту профессию еще в 1985 году. Но желание стать человеком в белом халате возникло у него еще в детстве. Почему выбрал профессию? Наверное, еще детские впечатления, может быть. Всегда с уважением относился к людям в белых халатах. Всегда, в принципе, удивлялся, насколько искренне они сочувствуют и пытаются помочь пациенту. Каждый день врачи-анестезиологи задействованы более чем в 10 операциях, которые проходят как в акушерском, так и в гинекологическом корпусах роддома. Выдержать такой плотный график сможет не каждый, говорит Сергей Евгеньевич. Для этого нужен определенный склад характера. Быстрота реакции – это да, но, конечно, играет большую роль знания, навыки, опыт, умение предусмотреть ситуацию. Не работать постфактум, а именно, повторяю еще раз, предусмотреть ситуацию. Анестезиолог не просто обезболивает, он на протяжении всей операции находится рядом с пациентом, следит за его реакцией на анальгетики и, конечно же, радуется вместе с роженицей появлению на свет маленького чуда. Благодаря стараниям Сергея Доропиевича, брестчанка Наталья Козловская стала впервые мамой. Куча положительных эмоций. Я благодарна врачам. Благодаря им появилась моя девочка на свет. 4650, вот, 55 сантиметров, очень красивая, как наливное яблочко. Врачи-анестезиологи переживают вместе с пациентами все эмоции – радость, горе, смятение или панику. Они обязаны быть еще и психологами, успокоить и поддержать. Их работа тяжела, но уж точно бесценна. А главная награда – это улыбающаяся молодая мама и маленькое чудо, прижавшееся к ней. Без анестезиолога не обходится ни одна операция. Каждый день они делают хирургические вмешательства безболезненными и обеспечивают спокойствие пациентов. А хороший и опытный анестезиолог вообще на вес золота. И сегодня мы всем им говорим большое спасибо. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания БокТВ.